Румынская авиакомпания «Таром» решила возобновить рейсы в Молдову. Как сообщается на странице компании в соцсети, самолеты начнут летать из Кишинева в Бухарест и обратно с 15 ноября 5 раз в неделю, по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Билеты будут стоить от 71 евро. Отметим, что 16 сентября «Таром» отменила все рейсы из Молдовы в Румынию и обратно в связи с эпидемиологической ситуацией. В конце октября румынские власти исключили республику из списка стран с повышенным уровнем заражения. Это значит, что приехавшим из республики гражданам не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Однако в этой стране по-прежнему действует запрет на въезд иностранцев. За исключением ближайших родственников граждан Румынии и членов семьи граждан других государств-членов Евросоюза, Европейского экономического пространства или Швейцарии, а также имеющих вид на жительство в Румынии. Запрет также не распространяется на дипломатов, сотрудников международных организаций, иностранных студентов и спортсменов, участвующих в соревнованиях в Румынии, тех, кто приезжает в командировку, и транзитных пассажиров. Следует отметить, что Министерство здравоохранения Молдовы 23 октября обновило список стран красной зоны, по прибытии из которых граждане республики должны находиться в карантине. В него вошли 67 стран, включая Румынию.